всячески поддерживаю это начинание, потому что семейное кино на сегодняшний день так необходимо нашим зрителям. Я бы хотел, чтобы эта затея была поддержана по одной простой причине. Когда мы сами должны помогать друг другу понимать этот мир. Ни чиновники нам не помогут, а только мы сами. Отсутствие цели в мире, вот, отсутствие идеи жизни символом христианства был юноша, несущий на плечах овцу. Вот. И, по-моему, этот проект достоин того, чтобы он стал действительно народным. Вот, потому что мы все нуждаемся в взаимопомощи, в взаимовыручке. И от нас с вами зависит, быть ему или нет. И здесь ответственность, конечно же, на режиссере. Я его все-таки знаю и могу так или иначе все-таки ручаться за него. И по образу мысли, и по таланту, я думаю, может получиться очень интересная история. Очень интересная история, история заблудшей овцы. И как хорошо, что существует такая замечательная возможность обратиться к вам через сайт Планета.ру и сказать: я за. Правда. Потому что мы все знаем сами, что надо кино снимать, деньги нужны. Поэтому будем доставать, просить, умолять и так далее. Но я думаю и говорю это достаточно убежденно, что очень важно наше желание. Если это в нас болит, если это проблема, то мы добьемся, говорю честно. А я вам говорю абсолютно честно, что этот суд у меня есть. Давайте поддержим этот фильм и еще раз докажем, что мы вместе. Поэтому мы очень рассчитываем и надеемся. До скорой встречи в просмотровом зале.